Я больше не сею насилие. Дальше мне нельзя. Спасибо, Финиас. Это не просто услуга. Я хочу, чтобы Мундуса уничтожили. И теперь я верю, что у тебя есть шанс. Что заставило тебя передумать? Ты прав. Ты не такой, как твой отец. Я вижу в тебе и твою мать. Ты хочешь нанести удар Мундусу? Есть один способ. У Мундуса практически безграничная сила. Но у него есть одна слабость. У него есть слабость? Да. Его любовница, Лилит. Его слабость в том, что он любит ее? Мундус любит. Нет, друг мой. И все же, недавно она стала для него самой важной вещью в мироздании. Вот что я видел. Лилит, его любовница, носит его дитя. Его наследника. Хочешь нанести удар Мундусу? Убей, Лилит. Убей дитя. Ничто не доставит ему большей боли. Но учти, ярость Мундуса безгранична. Тысячи могут погибнуть. Хорошо. Наконец-то я привлек твое внимание.
это Боб Барбас. Просто выполняю работу Бога. Эй, Боб! Зацени-ка! Лично я считаю, что террористы отвратительные, унизительные, ужасные, мерзкие, похотливые, а главное, тошнотворные создания. Но самый худший из них — Данте. Мир был бы лучше, если бы его не существовало. Я снимаю тебя с эфира! Ты так думаешь? Я бы не был так уверен, маленький кусок дерьма. Получили шокирующие кадры, на которых запечатлен террорист, известный как Данте, связанный с событиями на пирсе Белвью. Итак, что же нам известно об этом Данте? Несколько людей уже показали показания. Медленно выпадали полную историю машины. Выбросил от него, он напал и убил главную сестру приюта Питолана. Ее описывали как милую старушку, которой очень нравилась работа с детьми. Между 11 и 15 годами он совершил побег не менее чем из 8 учреждений для несовершеннолетних правонарушителей. Часто жестоко обращался, совершал дикие атаки против тюремных офицеров, которые просто делали свою работу. Около 17 лет он связался с бандами, продавал наркотики и, предположительно, виновен в десятке убийств. Но хуже всего то, что в бедных районах города он также был печально известен как разносчик самых ужасных венерических заболеваний. Разве они не самые лучшие? Thank you.
экстренные новости, Боб! И он просто начал убивать. А потом посмотрел мне прямо в глаза. Это было ужасно. У него явно взгляд, как у педофила. Я видела, как одна девочка умоляла о пощаде. Но он сказал, что убьет ее в любом случае. И потом он убил ее. В самом деле. После этой атаки мы можем предполагать, что данные входят в террористическую организацию под названием Орден. У меня послание для Ордена. Весь мир ищет вас. Каждая камера на каждой улице, каждый полицейский в стране и по всему миру. И мы найдем вас. Мы уничтожим вас. Это лишь вопрос времени. С вами был Боб Арбас из Raptor News. Просто выполняю работу Бога. Я прерываю эту передачу для экстренной новости. Убежище террористов, которые ответственны за недавние теракты, нашли. И сейчас спецотряд полиции штурмует его. Нет. Как я сказал. Двое террористов с этих снимков находятся в здании. Ублюдки. Третий террорист был окружен в другом конце города во время особого полицейского рейда. Будьте уверены, их привлекут к правосудию в любой момент. Живыми или мертвыми. Это Боб Арбас из башни Raptor News. Просто выполняю работу Бога. Ты загнан в угол. Мы поймали тебя. Мы сломаем тебя. Не знаю. Просто ради прикола. Попробуй сделать шаг, если хочешь. Ты уже проиграл?